Да ладно! Ребятки! А как мы отсюда не начали, а? Локация просто чумачечая, а? Бомба, ребята, просто бомба! А мы Архаса дамажим по полной! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым! Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть в Shadow Fight 2! Всем привет, дорогие друзья! И у нас Хэллоуин обновление! Ночь колдовства, ребята! Сейчас посмотрим, что такое костяные монеты, поиграем в праздничном рейде, купим крутые эликсиры, если они будут за нормальные монеты. И, конечно же, посмотрим, что тут новенького у нас появилось. Может, какая-то экипировочка есть особенная, а? Можно добыть ключ для праздничных рейдов, сражаясь с другими боссами, или купить его в магазине. Ну, ага. Оу! Смотри, как круто! Магический сундук. Добывай монеты и сундуки в бою с колдуньей. Да новая ладно? Экипировка. Классно! Круто, значит, в рейд пойдем сразу? Конечно, давайте, ребят, сегодня идем в рейд, вот так вот. Да, ребята, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Команда Detol идет в праздничный рейд за мистическим сундуком и крутой экипировочкой. Круто, 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 еще раз круто. Ну что ж, рейд сразу сходу, с самого начала, ребята. Фатум тут у нас. А, мы с Фатум дрались. Да. Границы между мирами истощаются, истончаются. Наступает лучшая ночь для предсказаний. Воздух пропитан магией, и нити судеб звенят в моих руках. Какая... Ого-го! Какая дерзкая у нас Фатумша, а? И мегалит здесь есть. Смотри, какая у нее маска, а? Да, крутая. Да это лицо у нее такое, не маска. Ну, слушай, у нее раньше не было такого да? лица, да? Ты обещала гадание и маскарад. Я принес магическое зеркало. Впервые за 1000 лет вижу свое отражение. Эта маска меня старит, и правда. Я же говорю, маска, а? Гадание для меня лишь игра. Я вольна делать судьбами смертных что угодно. Однако вы, мои друзья, совсем другое дело. Садитесь ближе. Ого-го-го-го. Архас тут даже есть. Я вижу и без предсказаний. Огонь веры сожжет слабых и слепых. Я принес черные свечи, чтобы вы увидели это так же отчетливо, как и я. Все увидели. Ну ладно. Так. Ты ослеп от своей ненависти. Начнем же. Молчите, молите и слушайте. Я вижу фигуру черную, словно ночь. Перья и пепел. Она берет меня за руку. Шепот. Да ладно, шепот. Ты не заигралась ли с пророчествами, сестренка? Распоряжайся судьбами смертных. Все остальное всегда было моим. Ага. Как? Так ты очутилась здесь? Пусть в этот путь в этот мир закрыт. Она прям немножко обескуражена. Был, но ты позвала, и я пришла. Через вот это чудесное зеркало я возьму его себе, а вы заходите в гости за настоящими предсказаниями. Ого-го! Ах, ты ж смотри, сенсей говорит, что кто-то в лучшей в сезоне был, но точно не команда Detol. Запас ключей туда-сюда, и мы отправляемся. Ребята, а где эта мистическая битва-то? Да, где ее получить и куда вообще так, идти? Так, Фатум, Архас. Архас? Ну, по всей видимости, нужно вот здесь победить Фатума. Да ладно. Да, или кого-нибудь еще? Слушай, или Архаса. У нее что-то с маской, да, не то? У кого? Случайные правила здесь. Вот у Фатум. Но у нас нету, кстати говоря... Ключика, чтобы к ней. Ключика. Ну, слушай, можно Архас сходить или еще на кого-то. Слушай, а точно это так? Здесь что-то с кланами сделали же, да? Ребят, вы знаете, что у нас есть клан? Да. Где наш клан? Вот он, наш кланчик. Вот! Команда Detol. Ребята, пожалуйста, кто хочет вступить, вступайте. Мы здесь почистим место, чтобы вы могли зайти. Так, давай посмотрим, что-то я немножко как-то... Обескуражен. Да, обескуражен слегка. Что за такая... Да, история? Нам, наверное, нужно ярус 2 и победить сначала. А, смотри, здесь шепот появился. А, вот шепот появился, да. Вот, ребята, то, что нужно. А нам ключ для нее нужен, да, или нет? Или у нас есть этот ключ? Да, для нее нужен ключ. Ну-ка, нажми войти, и что, где получить? Ничего себе! А как его получить? А за сколько можно купить? За 85. Не, это что-то много. Да? Давай у Фатум. Вроде видосика. А, слушай, у Фатум можно выиграть вообще ключик? Слушай, что-то поменяли здесь немножко иконки, мне кажется, да? У нас да. вообще таких нету. У нас... А, вот один есть у Архаса. Может, к Архасу пойдем? Архас же там был?
Ну давай сходим к Арксу, хотя можно к Фатуму за 85 сходить и показать обновление. Шепота ты имеешь в виду? Да, к Шепоту. Ну слушай, тут у нас очень тяжело дается наши монетки. Ну окей, окей. Поэтому, ребятки, пойдем, да, вы не обижайтесь, мы обязательно получим монетки и пойдем, естественно, к Шепоту. Что ж, у нас заканчивается испытание и больше не будет. А тем временем, ребята, отправляемся к Архасу, победим этого дикого зверя. Да, ну что же, в бой, собираем рейд. Поехали. В бой, ребята. Будем надеяться, что здесь можно выиграть. Мистический сундук и так далее. И я надеюсь. Опа-на! Фанатики, слепцы, вы помните обо мне, и это питает меня вера в отца. Родитель бывает строг, и мое наказание вы примете с благородностью. Я знаю таких, как он, они собирают везде себя, вокруг себя последователей, которые питаются ложью. Не слушай его пламенной речи, ведь они его оружие. Ты не прав, старик, я найду для непослушных чад немного каленого железа. Ты еще попросишь меня пустить тебя в семью, но я буду неумолим. Ух ты какой! В бой, ребята, поехали, команда Дидол! Эликсирчик какой-то. А вот как раз здесь, который можно заработать, вот эти вот костяные монеты. Да-да-да. Так, да, идем да. В бой, короче, да, идем да, в да. бой. Бой, ребята, в бой, бой! Архас, Архас, вы что, без ударов ногами? Ну и слава тебе, Архас, за то, что ты такой хороший. А слушай, мы на Архаса вообще не ходили, мне кажется. Мне тоже кажется, хотя, или может, один раз ходили. Да, поменялась, мне кажется, локация. Локация здесь просто чумачечая, а? Бомба, ребята, просто бомба. А мы Архаса дамажим по полной, но что-то пока не очень получается. У него какая-то палка-копалка. Да, ребята там уже по косарю выбили прям все. Просто по жести его, походу, делал лупашу там. А мы как-то так себе. Мы как-то вообще так себе его бьем, но даже зато серпами. Хотя бы... даже не сливаемся. Ну не сливаемся, слушай, да. Слушай, кстати, у нас магия, восстановление магии быстрое появилось. Это круто. А от чего? Мы что-то зачаровывали? Ну конечно, мы же броню зачаровывали. Да ладно, мы броню зачаровали, у нас восстановление магии появилось? Да. Ах ты ж как, а. Не самое лучшее, конечно, чарование, но... А, у нас без ног здесь, хотел ногами ударить и немножечко пролетел, ребята. Так, так, ну что же. Юлюс! А почему? А, он допил уже нас, да? Да. А, и все, что ли? Ну, подожди, пошли дальше. Да ладно. Нет, конечно же. Мы какой-то. А, мы получили какой-то удар и нанесли какие-то, да? Что-то. Смотри, у него уже пол ХП снесли, пока мы с тобой. Да ладно. Ля-ля-то-поля делали. Слушай, ничего себе, мы 4500 получили. Вот это да, и какие-то еще печати. Вот это нереально. Круто, ребята. Какой-то крапенц какой-то, да? А что он там делает-то с ним? Ох, у него да ладно, у него прикольные штуки. Так, а мы здесь, главное, не пропускаем, не пропускаем, ребята. Так, 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 нам надо зарядиком его пару раз шлепнуть. В бой! В бой, ребята, поехали, поехали, без блоков здесь у нас, ну и ладно. Ну и ладно, с мощной атаки сразу хотели начать, но не получилось. Ну ой. Восстановление магии, да, срабатывает? Да. Нужно было, кстати, броню поменять, чтобы у нас это, хотя да, бы да, была да, ребята. Бронюшка броня. Так. И нужно перезачаровывать, конечно, эти наши. Да, надо серпи перезачаровывать. Я пытаюсь понять его тактику боя, но пока что безрезультатно, можно так сказать. Да, согласен. Нет пока что какого-то эффекта. Ай, что он делает? Что это было? Не знаю, что-то, волну, что-то волну. Он промахнулся, это явно. Вау, мы еще и тучу пропустили, ребята. Да нас сегодня свезло. Это точно. Опа, ему магии, а? Есть такое дело. И давай-давай, еще, хорошо. Отлично, и что? И маги. Бам, ему где-то в другой конец ударили, и он нас добивает из-за этого. Отлично. Да, к сожалению. Слушай, звук такой неприятный был, да? Да, загляни в ежедневные задания, в них можно получить заряд тьмы. Ежедневные задания? Ух ты! Это где такое? Мы что-то не видели такого. Да, ребята, не видели определенно. А что за ежедневные задания? Надо прошерстить всю игру, ребята. Да, вот так вот, ты ребяточки. Смотри, какое зловещее у нас число очков. 6-6-6, ребята. Вот это да, это прям Хэллоуин. Хэллоуин стайл, ребята. Не победили, зато выбили красивые циферки. Согласен. Круто же, ребята. Ждем от вас лайков. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан. Поделитесь этим видео со своими друзьями, ребят. Нажмите кнопку поделиться, расскажите о нас в соцсетях, нас станет больше, ведь у нас скоро 100 тысяч подписчиков. Итак, мы отправляемся дальше в бой. Надо 888 выбить. Ну-ка, срочно 888. Ай-яй, что-то мы
неправильно как-то. А, здесь без двойных ударов, да, это очень плохо. Вот двойные удары — это наша фишка, ребята. Да, одним ударом так просто Аркхаса-то не завалишь. Ай-яй, двойного удара ногами нету. Что ж такое-то, а? Как биться? Как биться-то? Просто вот таким вот, оп. О, да, вот он неплохо нам атакует. Да, неплохо навалил так нам Хелсов, а? Согласен, мы ему просто... Ай, как мы промахнулись-то ногой! Магия хотя бы, и он магия. Он магию, и мы магию, ребята, но мне кажется, он добивает. Не-не-не. Хотя сейчас немножко стукнем его. Ай, жалко двойных ударов. Двойной удар — это фишка серпов, ребята. Да, без двойных ударов, конечно, никуда. Так, попробуйте использовать другое оружие, это может дать вам лучший результат. А, наконец-то подсказочки начались здесь, ребята, их давно. О, добивание уже, ничего себе. Отлично, поехали. Главное, чтобы не ногами. Да, не битва ногами, без блоков. Отлично, отлично, ребята, хорошо двойные удары есть. Так, ну что же, уже вот, бой. Двойной удар пошел, мощный удар пошел, нога хотела. Слушай, он пойти. Очень хорошо стоит блоки и просто нас атаковал неистово, я бы сказал. Неистово атаковал, надо не проигрывать. Да, нужно обязательно победить его. Но что-то у нас шансов очень мало. Даже да чуть-чуть ладно, осталось, кровотечение. Ах, да! Да, Грей! Фух! Слушай, Грей, если мы сейчас не попали, это было бы все. 10 тысяч очков. Вот так вот, вот так ты вот. Ты представляешь, это что-то... О, ребятушки! Вот мы и получили ключик. А это значит, и, кстати говоря, не потратили 85 гемасиков. Потрясающе. Это же круто. Кому же поклониться мне в последний час? Почему ты оставил меня, Создатель? Ты дал мне силу повести их за собой, а я подвел тебя вновь. Да, ребятки, вот так вот, значит, в следующем видео пойдем к шепоту. Да? Смотри, а здесь теперь монетки вот так вот показываются. Ничего себе. А, у нас нету к шепоту? А, нет, есть. Есть, ребята, вот так вот сделали разработчики. А смотри, а есть еще какая-то вот штука? Какая? Ну-ка, вот открой монетки, самая последняя. Да, какая-то еще выпала нам, ребят. А это кому интересно? Это где-то... А, это к Фатум. К Фатум. К Фатум? Нет, не к Фатум. А, вот, к Хоксен. Хоксен. Хоксен, ага. Мы Хоксену не ходили, кстати. Да, правда? У Хоксена мы не были в гостях. Так что, ребята, пройдемся по рейдам. А где ежедневные задания-то здесь есть? Что-то я тоже может, не где-то зашел. Появились? Может, где-то здесь, может... Ой, сейчас, подожди. Переключились мы. Может, где-то у нас тут появились ежедневные задания, инкубаторы, все как и было, нормально. У нас даже здесь нормально, смотри, в каменном лесу. А давай доспехи зайдем, посмотрим, что там вообще. Может, есть какое-то навье интересное? Так, ну, слушай, у нас самые мощные, по крайней мере. Все мощное. Нет, ничего нового. Да, вот пластинчатый меч очень хочется. А где ежедневное-то задание? Может, здесь где? Да ладно! Ребятки! А как мы отсюда не начали, а? А потому что у нас там была всплывающая какая-то штука. Здесь костяные монеты можно зарабатывать. Смотри, а как их заработать? Смотри, вот 0 из 250. А, нет, это просто изменили локацию, ребятки. Слушай, прикольно, очень вот красиво. Вот это да. И нам осталось еще заработать вот этих монеток. 250, а где их зарабатывать? До сундука. Походу, дело в рейдах или нет? Я так понимаю, что да. Или купить их можно. Нам что-то говорили, надо посмотреть. Да, видео, да, да. Что мы там читали. Я не запомнил. Да, ребята, вот так вот, крутая локация, крутое обновление, спасибо разработчикам, спустя очень долгое время они обновили игру, это супер, вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями, команда Дитол в следующем видео идет к шепоту. Да, ребятушки, всем спасибо, пока! Пока!